голову не приходило использовать пункт убить себя верхом на мотоцикле? Не приходило, а что? Не работает? Не работает? Работает? У него сердечный приступ. Ага. Задержал дыхание, да? При этом выдохнув. Яйца проснулся. Аккуратнее с мотоциклом. ФБР, раз, два, три. Бей их всех. Это что такое? Что? Подъедьте сюда на минуточку. Там тут, тут. Вот ты видишь вот это? Да. Чувак с варочным аппаратом варит воздух. Да. Стоя в парке. В брюках и рубашке. Его пришить? Нет, подожди. Ему и только жизнь досталась. Так. Наши, видишь, эти припаркованные тачки стоят? А, это эти, да? С позади вот, вот такие. Да, да, да. Они да пошли. Вы чё, блин, идите нафиг! Ваншот. Как он меня в шлем? Я ваншот. А, вы тоже, да, ребята? Это тебе не попа, они от тебя не отстанут, пока ты их не хлопнешь. Тамочка. Кажется, работаешь. Блять, еще и 3 звезды, еще и ёптвана. А, уже и копы. Как туда забрался? Ебанутый. А, да. Надо ж попробовать. Валим отсюда! Действительно, я сердечный приступ. Чё там надо? Лестеру позвонить, говорил Рэнди? Все попробуем. Да. Да, блядь! И опять, за, да? За 600, но... Я ушел от полиции. Да, то есть нет. Тоже бесплатно. М? Тоже мне бесплатно. Значит, только ему дали. Ну и хрен бы на этом говне уедет. Выглядит вообще как Франк мотоцикл, но тормоза, правда, не получше. Это святые луны есть. Это он и есть. Просто тогда бы улучшили тормоза, что ли? Тот был зеленый.
Не, я знаю, что тут был зеленый, он не... Зеленый тормозит сильнее. Красный ездит быстрее. Зеленый вообще не тормозит. Он же зеленый, ему. Сказал Дэнчик и врезал. Я ну... Вот еще и догонишь. Я не сомневаюсь. Слушай, у нас одинаковые машины, почему я еду быстрее? Потому что мы не прокачаны. Я вообще-то ее угнал. Я вообще не вспомнил. У тебя он может, реально... Вот на... Может, вот на что влияет? Вождение? Возможно. Блин, бедная женщина. Вышла, называется, утром на пробежку. Стояла, шнурки завязывала, я ее сбил. На полном ходу причем. Такой удар, жесть. Еще говорят, дольше проживешь, будешь бегать. Я это не считаю. Вы походу вообще не доедете. Знаете, машинок такие темпы. Всегда же можно проверить. Даже на примете. Разогнаться и посмотреть, сколько у тебя она выжимает. Надо целый. Пофиг. Не, ну насколько она у тебя повреждена? Нифига, у меня сейчас только что FPS в ноль упал. Я еще раз мансовал каким-то образом. Я без понятия. Как ты это сделал? Что с машиной? Оторвался сзади. А у нее тоже поднимается этот? Так не работает.
Что стоит машинка? Не помню. Дорого. Я понял, что за дешево. За что на улице, блядь, так не найдешь. Очень хорошо держится. Поворачивает туговато. Наверное, потому и хорошо держится. А что случилось? Ты по мне проехал, тварь. Дэн, ты у меня... Сейчас придешь. Молчи. Вот где... Продан. Заебись. Вот где ты, получается, где мотоцикл лежит, вот здесь ты и был. А я спокойно такой, типа, проехал. Ты даже с мотоцикла не слез. Лучше ты его перевернул. Ну я только добежал как раз. Ладно, поехали с травой. Поехали. Хер сделать-то. Зря обратно едешь, нам туда. Поставил метку. Ты доехал первый. Почему? Я сломал мотоцикл. И? Довезли. Ну, продали три, они. Нет, мы не довезли. Проданы, но там. Сколько меньше будет? Должно было быть 400 с лишним. Так, короче, я взял более-менее приличный тайп. Поехали на автостраду, сейчас ты и проверим. С чем? Вместе прокатимся, просто посмотрим, сколько у меня максимально. Я все. На дынчиковской машине ездил. Они разгоняются только быстрее. Один быстрее. Хотя нет. Все работает. Когда вот так вот на суперкаре, на летишь вот так вот, да, на спорткаре, точнее. И тут тебя RH8 такая просто мимо тебя пролетает, как ракета. И ты думаешь, а не читерили ты часом, пидоров? А не пидоров ли ты часом, читер? Просто помню гонку, вот так вот рвусь на первом месте, не даю объехать себя, за мной там тип, короче. Делились с ним постоянно, первое, второе. И тут он что-то куда-то врезается, заносит, и все, вот она, победа у меня в руках. Между остальными там, ну, третий, четвертый места, разрыв гигантский. Он хрен знает, где вообще был, и тут у финиша. Просто как пуля пролетает. Чё?
После этого я перестал ездить. Все, я больше не катаюсь в гонках. Сколько я в них залипал, все, я больше не катаюсь. А так мы с тобой как раз и катаемся.